Несмотря на юный возраст характера, спортсменам не занимайтесь. Здесь на татами разгорается поединок, исход которого зависит не только от физической подготовки, но и психологической. Дисциплинированность и выносливость развивает в себе Амир Меметов. Спортсмен занимается карате 2 года. В скором времени планирует получить желтый пояс. Оно вырабатывает выносливость, терпеливость и развивает скорость. Это помогает хорошо мне защититься, если на меня нападут. Боевым духом пронизан каждый уголок спортивного зала. На соседнем татами происходит поединок юных каратисток. Я хотела бить ногами в голову, чтобы заработать более высокий балл. Но у меня это не сильно получилось, поэтому я била руками. Чемпионат собрал спортсменов практически со всего Крыма. В его географию входят поселок городского типа Советский, города Армянск, Красноперекопск, Симферополь и Ялта. На сегодняшний день карате в Крыму является базовым видом спорта и очень хорошо прогрессирует, собирает на всех уровнях и муниципальных, и на республиканских большое количество участников, поэтому я как руководитель федерации очень горжусь данной организацией и таким развитием на сегодняшний день. 46 спортсменов и 4 тренера из общего количества выступающих попадут в сборную Крыма. Я вижу, что боевые виды искусства у нас развиваются такими хорошими, идут семимильными шагами. И это очень радует, потому что огромное количество мальчишек, девчонок занимается подвижными видами спорта, которые воспитывают мужество, стойкость, любовь, патриотизм. Все те качества, которые сегодня так необходимы нашему подрастающему поколению. Чемпионы и призеры поедут на первенство страны, которое пройдет в апреле этого года. Диана Бекмамбетова, Дмитрий Низовой, телеканал «Милет».